каждый знает, где магазины и какие. Без проблем. Времени не будет. В воскресенье вообще здесь на работе будет. А? Это я знаю. Что, уже купила? Вон, иди сюда, тут ничего нету и так живет. Потому что джинсы надо было одевать. Да нет, сказал он, куда идет. На значит, твердые джинсы. Вот это вы находитесь в кратере вулкана. Есть, по-моему, это толстолобик, если я правильно понимаю. Нарисовали красиво. Нет, это есть, значит, если нарисовали. Жабы. Да. Здесь какие-то крысы водятся. Ну как же? Полевые мыши, полевые крысы. Натер. Это как море образовалось. Ну, все залилось, да? А, дожди залили, да? Ну, наверное, потому что здесь... Неестественно образовалась естественно? Вода. Естественным образом, да? То есть, да. Правильно. Потому что здесь нет, видишь, ничего не втекает. Угу. То есть дожди наполнили этот кратер? Ну, видно, дожди, наверное, и подводные. Во-первых, климат другой, смотри, как смотрится в монастыре. Полностью... В поле зрения фотографии. Есть еще батарейка? Там простые батарейки? Ну, Израиль же такой, говорит, ты же помнишь, я сказал, что решили все-таки... А зачем много? Ну, а вот я уже вижу. Они думают, что ты жрать им даже. Стало здесь без дела. Да, стадо. Стало. А я говорю, стадо. Жрать давай, да? Что ты? А кому же лучше? Угу. Здесь чистый озон, поэтому тебе тяжело. Привык в этой зипуху. Я думаю, тут высоко другое давление. Где-то на вершине. Вот если ребята приезжают, ну молодец. Молодец! Будуть гроші купити собі цукерочку. Это Наташкин же муж собирает, там собирал когда-то кактусы. И кто-то первый раз приехал, по-моему, Наташка. Она их что-то взяла, я говорю, а как ты их повезешь? Мы посмотрели уже. Thank you.
как, там такой был Володя, приезжал пару раз ко мне, он там в Житомире такой, крутой чуть, и мы с ним по Житомиру этому гоним, и он прет, Вовка, светофор-то красный, да? Не такий же він і червоний був. Где ти це здесь візьмеш? Какой немец тебе під красний поедет? Красота. Воздух. Орельчиков, которые лежали там. Вот видишь, коричневатый. Не-не-не, это так. Деревянных домов уже почти нет. Просто есть, нас делают под старину, типа полоски, как швеллерные, как будто там швеллера, да? Или очень старые, у них эти деревянные швеллера, типа основы, рамы были, и внутрь набивали они, и, ну, типа раствора, да? Только этот ракушник у вас такой уже. Два раза стукнуло. Два раза показал? Не успели. Вы не два успели. Раза показал, все. Вон вот тот под часами мужик. Два раза стукнуло, два раза он стукнул. Да, да. Это каждый час? Каждый час. Каждый час, по-моему, каждый полчаса. Дразнит, это по истории, за историей мы сюда делали розовые здания, раньше внимания были в пути. Лучше можно зайти. Там небольшой зал. Там... Под рестораном до сих пор называется старая пивоварня. Деночка, вот это первая пивоварня. Вот. Когда же он плюнет? Когда захочет. Сережа, что у нас где-то здесь есть? Слышь, Серёжа? Нет, это уже не надо. Это уже не надо. Это в самом верху, это часто.
Центр. Сейчас. Ну это центр наш будет. История, конечно. Да. Еще иду. Мая. Да. Мы со стеклянным. Это вы лад. Ну, лад это не у вас. Ну вот на таком кораблике можно покататься круг. Это двухчасовые круги они делают, если хотите. Ну на этом дольше, ты ж не поедешь на день. Я знаю, что друзья сделали. Они в Германии или в Италии взяли яхту. Ну если права есть. Ну не взяли ведь без права. Ты кто я? Да. 600 евро. Вот. Вот это видишь угольник? Гена, поверни, Гена. Мы туда подойдем, но вот этот угольник, вот это стечение двух рек. Отсюда даже видно, что одна река... Мы тебе пролили, говорим, памятник увидишь. Нет, это Кайзер. Нет, Кайзер. Кайзер. Так считается Райн, грязная вода, река. Да. Да. Вот это Райн. А почему рай с этой стороны, Сережа, не стоит? Вот, мы над раем. Мы над раем. Вот это рай. Вот смотри, какая голубая. Это же нандрофлос. Это же нандрофлос, это же стимоза. Пойдем в Кубулок, мы туда придем еще, подойдем к Кубулок, там видно раздел, как идет, как полоса какая. Так что уже не могли совсем Хотел в армию, пошел себе по делу. Да, он так умер ужасно. Конечно, родителям это вообще. Этот, что за бельгий? Ты на русском говоришь? Ну, что бы как, ну, что бы сказал? Это... Морбит, вот, да, тоже не будет. Повышение, на русском уже не получается. Слышишь, а ты не будешь? А ты не будешь? А что? Да, сахар берет. Помощник, вот они там помогают. Это то же самое, только у них там квартира стоит. Это называется пост. Так. Пост. Мало сегодня народу, да? А? Непогода. В принципе, в погоду там полный почти штабель бывает. Во-первых, непогода. Во-вторых, рабочий день. Закрыли на авто, для автобуса. Нет, нет. До монастыря километров... Монастырь вон там за горами. За горой. Вон есть прицел.
Да, да, интересно. Там же все прикладывается. Интересно, какая. Ну, как хочешь. Если к машине и мы это почему это. Я понял, если ты считаешь, что так вкусно, так, там вкусно. Это он объяснил в Германии, да? Не битля, тоже мы видим. Потому что 100%. Туда, кстати, залезть можно. Ой, не совсем там лошадь. Нет, да, вон где под лошадь, видишь, арки? Где арки маленькие. А мы, да, а мы ездили еще пиво пить вот туда вчера. Дай фотоаппарат ребенку. Элла, а дай фотоаппарат. Ох, опух. Все набрал. Я же тоже уже взял фотоаппарат. Комплекса любого, спортивного. Нет, будет обязательно какая-то маленькая на церквушке. Вон сатанинская вот. Да, ну то есть это для только, это же не, она не служба, ничего. Что боролись, они за то и напоролись? К сожалению. Нет, Георгий где-то 120, Дюссельдорф где-то 160 будет. Он очень хороший. Запорожье. Пошла загрузка. Ну да, тут ближайший мост. То есть ты не управляешь, она уже принять ты хрен тебе будет.
Я не помню, сколько стоит. Они электрические. Это? Да. Не педальные? Нет. Что есть? Да, у меня всегда Славик, как называется этот город? Это город называется Бадемс, а вот, эти, вот эта минеральная вода, что под нами, называется Ромер Квери. Какой-то Ромер источник. Ее можно пить? Ну как? Это термальный источник. Эл, туалет тут нету. Ну по рельсам, но по кухне. Инер опять приехал в Бадем. Два раза. Вот это, да. Ну, Сережа точно. А. На немецком. Он хоть 100 лет. Я говорю, держи. Я хочу купить.